Всем привет! На календаре уже почти выходные, а значит время наслаждаться отдыхом и планировать свой досуг. Чем заняться в этот уикенд, расскажу прямо сейчас. К 60-летию первого полета человека в космос в музее Алабино открылась выставка «Человек в космосе». Личные истории, уникальные архивные документы и фотографии, макеты космических кораблей и многое другое. Шоу красоты и пластики уже в это воскресенье в ДК «Победа». Пластический театр «Титры» приглашает любителей необычайных явлений совершить удивительное космическое путешествие к другим мирам. Танцы и спецэффекты обеспечат полное погружение в таинственную атмосферу космоса. Спектакль «Полтора жирафа» имеет немало забавных и визуально запоминающихся моментов, способных пробудить даже у самого консервативного зрителя дух молодости, динамизма и дерзости современного мира. На сцене театра «Самарская площадь» в эти выходные покажут спектакль «Чужая жена и муж под кроватью». Актеры откроют зрителям Достоевского – парадоксального, остроумного, трогательного и даже смешного. Те, кто изучает его творчество профессионально и глубоко, знают о его особом чувстве юмора давно. Другие же сделают для себя открытие. Но скучно точно не будет никому, обещают артисты. Мысли о вечном Вячеслава Герасимова покажут в художественном музее. Это выставка, в которую вошли произведения живописи и графики разных лет, память о художнике, чье творческое наследие велико и разнообразно. Его коллекции пейзажей севера, Кавказа, Крыма, Жигулей и много натюрмортов. Посмотреть можно до середины мая. «Тайна книжных лабиринтов. Квест-игра для самых начитанных» пройдет в воскресенье в Самарской областной научной библиотеке. За 2 часа гости разгадают все секреты и пройдут этапы создания книги от наскального рисунка до современного цифрового носителя. Ну а как же стихи? Весна же! Им посвятят целый вечер 11 апреля на Фрунзе 111. Маяковский, глыба, любовь. Будет лирично, обещают организаторы. Ну а на этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!